Всем привет! Лето благополучно проебано, но вы не отчаиваетесь, ведь осень приносит с собой немало приятных вещей, одна из которых — новый сезон телевидения. Сегодня я расскажу вам о том, какие зарубежные сериалы ожидают вас в этом сезоне на канале CBS. Для удобства я разделю инфу по разным каналам на отдельные ролики. Поехали! В понедельник нас ожидает аж три новинки. Первая из них — «Окрестности», ситком про черный район, в который въезжает семья белых. В принципе, ничего плохого сказать не могу, трейлер выглядит неплохо. Если вам нравятся ситкомы, возможно, зайдет. Еще один ситком «Счастливы вместе» расскажет про чернокожего бухгалтера и его девушку, которые вынуждены терпеть у себя дома выкидыш Джастина Бибера. Если честно, ничего хорошего, кроме Дэймона Вейнса-младшего, я там не заметил. Если вам нравятся боевики без особого сюжета, но с красивыми машинами, большими взрывами и кучей стрельбы, то «Детектив Магнум» — это именно то, что вы искали. Кроме того, с третьим сезоном в этот же день вернется сериал «Булл». Очередные террорюги будут угрожать безопасности граждан во вторник, а бороться с ними будет сериал ФБР. Если вам нравится «Миссия Перегрим», то, возможно, стоит дать сериалу шанс. Также во вторник возвращается «Санта-Барбара» и еще одна «Санта-Барбара». В среду, увы, без новинок, стоит лишь ожидать возвращения сериала «Спецназ» и «Мыслить как преступник». В четверг нас ожидает возрождение классического комедийного сериала «Мёрфи Браун», а также возвращение «Теории Большого Взрыва», «Мелкого Шелдона», «Мамы» и «Спецназа Города Ангелов». В пятницу вернется «МакГайвер», «Гавайи 5.0» и «Голубая кровь». В субботу все тухло, а в воскресенье нас ожидает новинка «Бог добавился в друзья». Если вам нечего обсудить с друзьями на воскресной проповеди в церкви, то этот сериал именно для вас. Также ожидайте возвращения еще одной «Санта-Барбары» и сериала «Мадам Секретарь». Если вы были заинтересованы представленными мною новинками, то полные трейлеры на них вы можете обнаружить в описании этого ролика. А на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, до встречи.